Мужчины, пожалуйста, вы мне не поможете выбраться из машины? Я тут сижу с самого утра. У меня приступ паники или как там это называется. Чего ты сидишь? Вылезай! Но я не могу выйти. Ты что, издеваешься? Вылезти не можешь? Да, не могу, не получается физически. Вскрыл тачку, а тут психованная. Если что, мне нужно на юг. Но я живу на севере. Едем на юг. Зачем вам пистолет? Это моего брата. Его убил один ублюдок. Пристрелю его. А у тебя что? Мой бывший муж влюбился в мою лучшую подругу. Вот же козел. Та еще стерва. Зубная щетка, паста. А, спасибо. Тут одежда. Пойдут? Нормально? И вот еще это... Труселя? По скидке были. Валим! Это что за тип? Местный Фрейд поможет тебе. Тут нужны 1-2 сеанса в неделю. Где-то год. Напрягись. Даю час, потом шлепну. Расскажите про отца. Он кто? Пенсионер. Нет, он не нет, не ваш, а девушки. 2 и 3. Не сработало. Тут нужно время. Нет! А если пойдет дождь? Пока же не идет. Вот в чем твоя проблема. Всегда один негатив. Ты же не случайно влез в мою машину, да? Поехали! А, Поль! Поль! Какого черта? Ты что творишь? Ты не вылезешь, даже если я откинусь. Все, достало.